Для магазинов. Мой совет. Вход в магазин должен смотреть на восток, запад и север. То есть вы будете выбирать, с какой стороны вам нужно зайти в магазин, то у вас вход в магазин должен смотреть на восток, на запад и на север. Неблагоприятно, если выход из магазина смотрит на юг. Дальше. Директор должен сидеть лицом к северу или востоку. Дальше. Вода должна находиться, которую пьет он из баклажки, в восточном направлении. Сейф необходимо ставить в северном направлении. Дальше. Также очень хорошо для денег, чтобы рыбок было 9, не меньше. Ну и не больше, по идее, тоже. Не держите дома неидущие часы. Потому что если часы не идут и часов много, то будут проблемы с детьми. Дети все время будут чихать, кашлять, болеть и так далее. Неидущие часы очень влияют на детей, притормаживая их развитие и очень, как ни странно, влияя на детей. Также часы должны очень благородно и красиво бабамкать. То есть часы, которые бабамкают красиво, так тепло, это очень хорошо, потому что такие часы настраивают всех на то, чтобы жить ради семьи в одном времени и испытывать состояние радости. Это благословение с помощью времени или калачакра тантры. Чтобы деньги не утекали, никогда не ставьте веники, тряпки, ведра, чтобы их видно было на протяжении всего дня. То есть помыли, убрали. Они не должны стоять ни в туалете, ни там, где вы постоянно находитесь, ни возле кровати. Также вот эти веники, которые возле двери ставят, которыми там заметают и так далее, переворачивают и так далее. Уберите, этого не нужно ничего делать. Такие веники ничего хорошего в дом вам не приведут, а вот несчастье может произойти. Хотите разорвать отношения, дарите другому человеку мылящие приборы, ножи, ножницы, стрелы, копья, мечи. Все это может увеличить разрыв вас с этим человеком. Хорошо в офисе иметь статую слона, деревянной лягушки и лошади. Есть такие лягушки, которые так делают, трык-трык, с деревянной палочкой. Вот в такую лягушку очень хорошо стучать. Такая лягушка делает человека умнее и целеустремленнее, и напористее, и сосредоточеннее. Дальше. Лучшее размещение бизнеса — это там, где вход на юг, и этот вход на юг — это вход для денег. Север важно, чтобы доверяли.